Всем привет, меня зовут Уварова Вера, и сегодня я вам расскажу, как легко и просто буквально нажатием одной-двух кнопочек поделиться вашей статьей в социальных сетях. Рекомендую ставить этот скрипт в конце каждой вашей статьи, чтобы люди, которые ее читают, тоже могли поделиться в социальных сетях. Нам понадобится вот такой вот скрипт. Он будет ниже видеоролика, вы его скопируете и без проблем будете себе вставлять под статьи. Итак, давайте попробуем написать новую статью. Пишем. Новое сообщение. Это поделиться статьями один из способов, да, раскрутить ваши статьи, ваши блоги и ваши социальные сети. Например, напишем, пусть будет называться наша статья «Привет». Напишем текст «Как дела?». Итак, чтобы ставить скрипт, нам нужно его скопировать. Перейти, вот не на слово «создать» в уголочке, а есть такое HTML. Видите, всякое абракадабра, ничего страшного, мы опускаемся в самом низу. Если у вас статья большая, то вот таких символов здесь будет очень много, не пугайтесь. Опускайтесь в самый низ, где заканчиваются ваши символы, и просто желательно сделайте побольше пробел, чтобы вы видели, что вы вставили. Вставляем наш скрипт, переходим на «создать», здесь он никак не отображается, нажимаем слово «публикация». Ждем, пока опубликуется наша статья. Давайте посмотрим блог, что у нас получилось. Вот наша статья «Привет, как дела?». И вот наш скрипт, обратите внимание. Мы можем нажать «Поделиться ВКонтакте», в Фейсбуке, в Твиттере, в Одноклассниках, Google+. Если у вас связаны аккаунты Твиттер и Фейсбук, то тогда не обязательно делиться и там, просто нажимайте на Твиттер, и оно автоматически где делиться в Фейсбуке. Если нет, то тогда в каждой социальной сети индивидуально. Давайте нажмем, допустим, на ВКонтакте. Поделиться нашей статьей ВКонтакте. Вот так вот это будет выглядеть. Выбираем комментарий. Выбираем фотографию, которую мы хотим, да, чтобы поделиться. И вот здесь внизу нажимаем кнопочку «Отправить». С вами была Уварова Вера. Пишите интересные статьи. Продвигайте их в социальных сетях. Удачи. Пока-пока.